следующую субботу, 5 июня, в Латвии пройдут очередные выборы в органы местного самоуправления. Учитывая условия пандемии COVID-19, этот процесс оказался немного изменен. Голосовать можно будет на любом избирательном участке своего самоуправления, где будут соблюдаться повышенные требования эпидемиологической безопасности. Всего в Даугавпилсе подготавливаются 29 участков плюс одна выездная группа, которая будет работать с избирателями, лишенными возможности самостоятельно прийти и сделать свой выбор, а также с больными коронавирусом. В состав этой группы включены медики с защитными средствами. На участок нужно приходить с паспортом или ID-картой, а также с лицевой маской и своей ручкой. Новшеством станет то, что проверка удостоверения личности будет проводиться при помощи специального приложения на смартфонах, то есть без штампа в паспорте. В помещениях будет соблюдаться норма в 4 квадратных метра на одного человека, а количество одновременно допускаемых избирателей на участке будет отмечено у входа. Так как на данных муниципальных выборах можно будет голосовать на любом участке на территории самоуправления, где задекларировано место жительства гражданина, избирательная комиссия Даугавпилса призывает отдать свой голос на участках, наиболее близко расположенных к вашему дому. В центре города у мест голосования возможно появление очередей, с чем избиратели просят считаться. Для разгрузки участков и уменьшения очередей можно воспользоваться возможностью проголосовать предварительно. Это можно будет сделать 31 мая, 3 июня и 4 июня, а в основной день голосования 5 июня участки будут открыты с 7 утра до 8 вечера. Не стоит забывать и про правильный порядок голосования. Учитываются лишь плюсы напротив имени и фамилии кандидата или полный прочерк. Крестики, минусы и галочки являются недействительными знаками и не будут учтены при подсчете голосов. Больше информации о выборах в самоуправлении можно узнать по единому справочному телефону Центральной избирательной комиссии 670-49999. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.